«Шериф» стартовал в Лиге Европы. Накануне на главной арене играли против вице-чемпиона Азербайджана «Зири». Для большей половины состава «желто-черных» этот матч стал дебютным в Еврокубках, как и для главного тренера Юрия Гуры. Но начать с победы не вышло. «Шериф» пропустил на последних минутах и проиграл 0-1. Теперь надо выиграть в Баку. Ответный матч через неделю. А пока возвращение Лиги Европы в Тирасполь в деталях. Этот день настал. Большой футбол вернулся в Тирасполь. Чуть-чуть остается совсем до матча, но уже ажиотаж вокруг стадиона понемногу, потихонечку нарастает. У этой игры значение одно – показать достойную, организованную игру и пройти в следующий раунд. Мы за команду болеем в любом случае. Нам сложно. Почему? Потому что команда собрана с нуля, новый тренер. Но в то же время мы надеемся, что игра нас порадует. Итак, «Шериф» «Зири», все готовы. Свет включили. Флаги тоже приготовили. Гимн закончился «Шерифа», и сейчас совсем скоро футболисты выйдут на поле. В стартовом составе «Шерифа» сразу 6 новичков из 12, но о них позже. Весь матч фанаты пытались всех запомнить. В самом начале момент у старичка Аканби. Ему буквально миллиметров не хватило замкнуть передачу и забить. Рашид Аканби продолжал создавать моменты, но забить не получалось. Приднестровская жара. Даже азербайджанцы к нашим температурам оказались не готовы. Плюс 35 вечером. Главный судья Александра Дудич из Швейцарии дважды останавливал игру на водопой. В эти паузы главный тренер Юрий Гура старался что-то подсказать и объяснить игрокам. Я доволен, что были моменты, которые мы создавали. Ясно, что может еще чуть-чуть ребята не готовы, но так... В большей мере моменты создавали, просто еще не забили. Забивать «Шериф» мог в этом моменте, но суматоха в штрафной «Зири» так и завершилась ничем. 0-0 после первого тайма. Я не могу сказать, что мы не хотели забить, но наш соперник хорошо оборонялся. Мы били, а они блокировали. Вот и все. Я даю слово, что в Азербайджане мы сыграем лучше. Второй тайм. «Зири» начинает просыпаться. Видимо, привыкли к приднестровской жаре. Главный тренер «Зири» Рашат Садыхов знает, как обыгрывать «Шериф». Как игрок, он дважды приезжал в Тирасполь вместе с Карабахом. Теперь и команда другая, и статус. Тренера «Зири» с трибуны поддерживал сын Али. Я с другом приехали из Баку поддержать моего отца и команду «Зири». Мой отец Рашат – легенда азербайджанского футбола. Можно сказать, благодаря ему я полюбил футбол. Правда, сам я не играю, из меня не очень хороший футболист. У них было желание стать футболистом, но я им не дал. Почему? В семье один футболист должен быть. Не, просто я видел, что у них не так получается. Будущее не видел в них, и я рано остановил. Лучше пускай учатся. Во втором тайме «Шериф» создает еще один опасный момент. Седрик Бадола хорошо бьет издали, но голкипер Тиаго Фернандо тащит, а дальше драма. Приднестровский чемпион допускает ошибку в обороне на последних минутах. Ноль-один. Желто-черные проигрывают первый матч квалификации Лиги Европы. Я думаю, мы сделали все возможное на поле, но у нас не получилось победить. Это футбол. Мы пересмотрим эту игру и постараемся исправить наши ошибки. Хотели забить, не забили. Допустили ошибку в обороне, пропустили. Как будете настраиваться на игру в Баку? На победу как мы будем настраиваться? Нам надо проходить дальше. Так будем настраиваться. Напряженная игра. Обе команды старались забить, но обе команды осторожничали. Это типичная игра Евролиги, Еврокубков. Первая игра все время бывает такой сложной. Я думаю, что в ответной игре обе команды совсем будут на другой форме и будут более агрессивными и динамичными. Итак, «Шериф» сыграет ответный матч «Зири» 18 июля в Баку. Там и будет решаться еврокубковая судьба желто-черных.